Друзья, открылся уже стиль. Можете выполнить испытание на майку. Я себе выбираю вот такую, да? Сейчас. Безрукавку, да, да, да. И полностью хаки, полностью. Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 15 марта, 3 часа ночи, наша ежедневная рубрика «Чё почём?». Вчера был магазин просто жесть. Офигенно, вот просто офигенно, мне все очень прикалывало. Посмотрим, что будет сегодня и оставят ли деваху. Надеюсь, не хуже будет сегодня. Давайте начнем с новинки. Это у нас что? Это у нас удача, поверьте в счастливую случайность. Это у нас как это, как руби, только в другом цвете, да? Это же руби, да? По-моему, даже рюкзак тот же самый. Ранняя весна сет называется. Свежая зелень, бэкпэк и удача. Прям руби. Ну, ребят, то же самое, что я сказал по руби, обычный скинчик. Нормальный, претензий к нему особо нет, просто не особо интересно, кому этот цвет нравится больше, а не руби, можно взять его. Но, как по мне, плюс-минус то же самое. Та же хрень ведь сбоку. Можно было и как стиль закинуть. Вот реально, можно было и как стиль закинуть. Две биты. Две биты, это неплохо. Это вполне, это можно ко всему заюзать. Бита — это хорошо. Но у нас есть одинарная бита от Харли Квин. И у меня есть еще, знаете, какие биты? У меня есть еще двойные биты, которые я крайне редко юзаю, но которые тоже прикольные. Поэтому я думаю, эти заигнорить можно спокойно. Еще бы помнить, как они выглядят. Вот они. То есть есть вот такие биты. Если что, называются они, ребят, пригвоздители. Поэтому я, наверное, эти биты спокойненько заигнорю. Абсолютно спокойненько. Все. Дельтаплана опять нет. Еще одна новинка. Капитан команды удачи. Вообще за 800, ребят. Медведи уже... Ну, это уже не медведь, да? Это собака, наверное. Зеленый цвет приносит удачу. Короче, это к этому, ребят. К Дню Святого Патрика, походу. Зеленый цвет приносит удачу. Очень попахивает на... День, вот это, День Святого Патрика. И это, наверное, тоже. Поверьте в счастливую случайность. Это, наверное, на День Патрика закидывает. Наверное, туда. Да у них же там зеленый цвет. Ребят, ну я не буду его брать, даже с учетом, что он стоит всего 800. Понятно, что это тот же Мишка. У меня этих Мишек уже вот реально навалом. Конечно, классный, прикольный, все. Но уже неинтересно. Честное слово, уже не хочется. Поэтому я проигнорю. Спасибо большое. А я подарю. Спасибо. А что подаришь? Спасибо большое. Покажу вам, ребят, нового. Ну, это, наверное, собака. Новую собаку. Спасибо. Спасибо, Oldflex. Есть что ребятам показать. Спасибо. 800. Ну, как я и сказал, ребят, ну, если у вас нету мишек, да. Если у вас есть хоть один... Ну, это просто отличный способ. Вчера панду за 2000, ребят. Панду за 2000. Сегодня за 800 собачка. Цена отличная. Цена все падает, падает, падает. На Новый год у нас была за 1200 неплохой мишка. А сейчас вообще за 800 отдают. Ну, правда, без бэкпэка. Поехали, ребят. Вот он, наш новый скин за 800. Тот же Мишка, только в разы дешевле. Со спины так уж точно. Вот прям со спины стопудово то же самое. Чуть уши висят. Лицо не видно. Со спины то же самое. Для тех, кто покупал там за полторашку, за две скины. Я думаю, не столь приятно. Для тех, кто не покупал, отличный выбор.
еще есть шанс, что он будет редко выходить. То есть, если его приурочат к Дню Святого Патрика, если, я не говорю, что приурочат, я говорю, если, то вполне вероятно, через год мы его увидим в следующий раз. Что значит? Это значит что? Что он не будет так надоедать, как остальные скины, которые выходят на постоянку. Это большой плюс для скина. Левая сторона у нас Пульсар. Так, бэкпэк не его. Пульсар. За 1500 отличный скин, очень круто выглядит. И я всегда говорю, что, мне кажется, и за 2000 он бы выглядел так же привлекательно. Слушайте, физику плащей изменили. Я смотрю, он дергается дико. У него, походу, либо глюки, либо его физика тоже какая-то у него есть. Надо глянуть. Это интересно. Убойная кирка за 800. Хорошая. Там и след классный, кайфовая кирка. Я, кстати, на ней поиграл чуть-чуть за долгое время. Разлом. Хорошая обертка тоже. Яркая, очень светится круто. И с убойной анимацией. Вообще убойная. Очень крутая. Мне интересно. Смотрите, что с бэкпэком. Он просто взбесился. Мне интересно, так сейчас на постоянку или это какая-то ежесекундный баг. Но он прям вот бешеный. А так скин очень классный. Смотрите, кайф какой. Охренеть можно. Свечения эти все. Обертка. Класс. И кирка. Сет убойнишь. Сет просто офигенный. Кирка, ребят, 800. Не забывайте, кирка всего 800. Крутень. Вот с бэкпэком непонятно, что происходит. Да, выглядит классно. Все. Справа. Справа у нас тоже новинка. Нам добавили трилистник. Вот такой рюкзачок. Ребят, как по мне, я знаю, многие пускают слюни на гонщика и на его бэкпэк. Мне он абсолютно не нравится. И в том году он мне не понравился. Как по мне, вот этим можно спокойно заменить бэкпэк гонщика. Я не знаю, ребят, сэкономьте лучше в баксы. Не покупайте этого гонщика. Купите вот один бэкпэк. Да, это не то же самое, но, ну блин, это 200. Не забывайте про цену. Удача зависит не от количества листочков, а от вашего мастерства. Вот, не забывайте, ребят, что удача зависит исключительно от вашего мастерства. Нормуль. За 200 нормуль. Ну, мне кажется, большеват для меня был бы. Я бы вряд ли, наверное, с ним бегал. И все остальное у меня есть. Это отличная кирка за 500, ледоруб. Это киберциклоп, который мне абсолютно не нравится. Ну, не абсолютно не нравится. Мне не хочется на него, не хотелось на него 1200 тратить. Вот. То есть, ну, не считаю, что он стоит своих денег. Не так я сказал. Он стоит своих денег, не считаю, что... Я, короче, за него не играю, мне он не заходит. Вот так. 1200, понятно, по его изменениям он стоит. То, что он и с бэкпэком и так далее. Просто мне он не заходит. Все. Есть скины, которые не нравятся. Вот, вот это тот скин. И хочу фляс. Тоже что есть. Я что-то тупанул, не увидел, что у меня эмоций двух нет. Хорошая эмоция. Кирка ледоруб. За 500. Хорошая кирочка. Прям класс. Особенно нам альпинисток, ребят, закинули повторно. Не альпинисток, лыжница. Лыжница. Вот. Кирочка вам за 500. Аккуратненькая. И эмоция «хочу в пляс». Сейчас мы ее опять будем 3 дня искать. А как найдем, будем рад. Оля, нашел. Погнали флексить.
тупанул, не увидел, что у меня нет вот такой эмоции. Это именно, ребят, тоже под... не помню, выходила она вообще и нет, кроме как День Святого Патрика. Не помню. Но на День Святого Патрика он всегда выходит, этот танец. И, ну, это выходит просто так. Повелитель бургеров просто так выходит. Прикольная эмоция. Хорошая. Кайфово. Что, из хороших новостей, ребят, раз у нас начали закидывать уже эти скины, сегодня только 15-е, будет еще 16-е, сам праздник 17-го, как я помню, значит, у нас еще будет 2 дня, и что-то еще, наверное, будут закидывать, я надеюсь. И, наверное, старые скины еще должны дозакинуть, это неплохо. Экипировка удачи и капитан команды удачи. Чувствуете, что удача на вашей стороне? Экипировка удачи и капитан команды удачи. Уже в магазине, слишком много слов удачи. За 800, конечно, это жестко. Кто Руби не успел урвать и думает о ее покупке, мне кажется, можно вот эту деваху взять с надеждой, что ее не будет целый год. Есть шанс, что она будет приурочена. И есть шанс. Спасибо большое за просмотр. Ребят, не забывайте, при покупке скинов тег автор СПТ на 8.3, не забывайте указывать, даже если вы маленький бэкпэк покупаете за 200, тег автора указывайте, это очень помогает. И приходите ко мне на трансляцию, в воскресенье трансляция, как всегда, 10:30 до 3 ночи, и будут кастомки, призовые кастомки, соло, дуо, варенье, весь стрим, все призовое. Приходите, ребят, буду рад вас видеть. Всем удачи, спасибо за просмотр, пока.